Международный аэропорт Рига закрепляет лидирующую позицию в сфере бизнес-авиации не только в Прибалтике, но и по всей Восточной Европе. В течение одного года аэропорт принял около 2000 частных самолетов. Интерес к Риге, как и базе частных летательных аппаратов, растет. Планируется, что в этом году количество обслуживаемых самолетов будет еще больше, подчеркнул член правления компании бизнес-авиации FBO Рига Леонид Городницкий. Мы обслуживаем самолеты европейских авиакомпаний, которые прилетают сюда с пассажирами, без пассажиров на техническое обслуживание. FBO Рига – единственная высококлассная станция технического обслуживания частных самолетов в Балтии. В прошлом году FBO Рига заключила договор о техническом обслуживании самолетов с одним из ведущих европейских предприятий по обслуживанию частных воздушных судов – Lufthansa Bombardier Aviation Service. На наш взгляд, Рига является центром бизнес-авиации Балтии и Восточной Европы в целом. Мы представляем услуги российским самолетам, а также представителям других стран. У Риги идеальное географическое расположение для обслуживания рынка Восточной Европы и Скандинавии. Генеральный директор Lufthansa Bombardier Aviation Services отметил, что Рижский аэропорт предлагает услуги высочайшего уровня. По этой причине его компания планирует развивать деятельность на латвийском рынке. Наши клиенты абсолютно довольны сервисом в Риге. Мы чувствуем растущий интерес к Риге как к базе авиации. Отрасль бизнес-авиации уверенно развивается в течение последних лет. Это один из сильнейших сегментов авиаперевозок. Согласно прогнозам, в этом году количество деловых полетов в Европе увеличится на более чем 7,3%. В Восточной Европе ожидается более стремительный подъем бизнес-авиации, чем в странах Западной Европы. Именно по этой причине мы решили развить деятельность на рынке, чтобы обслужить растущее количество частных самолетов в этом регионе. Руководитель FBO Рига Городницкий подчеркнул, что развитие отрасли бизнес-авиации в первую очередь выгодно Риге. FBO Рига планирует расширить спектр услуг по обслуживанию самолетов, предлагаемых в Рижском аэропорту, таким образом укрепляя свои позиции.